Я видел тренировки пловцов и футболистов, боксеров и игроков в русской хоккей. Скучнее штанги ничего нет. Это признание знаменитого тяжелоатлета Аркадия Воробьева. Но он же сказал, если ты захочешь им подражать, приходи посмотреть на обычную будничную тренировку. Сядь на скамеечке в углу и понаблюдай. Их упражнения неэффектны. Тут не увидишь никаких ультрасил. Тут идет работа. Чемпион мира среди юниоров Евгений Веремеенко, кандидат в олимпийскую сборную. Шестой год занимается у Виктора Николаевича Горячева в Волгоградском спортобществе «Динамо». Больше подъемов за тренировку. Радость тем больше, чем труднее до нее путь. Радость с потом и солью пополам. Надо всегда учиться. Силу мышц и разума вкладывать воедино. Только тогда откроются новые рубежи.